А вот российские боксеры, профессионалы, чемпионы дивизиона полутяжеловесов, непобежденные Дмитрий Бивол, владеющий титулом WBA, и Артур Бетербиев, объединивший пояса WBC, WBO и IBF, не смогли договориться о поединке за звание абсолютного чемпиона. Бой хотели провести летом текущего года. По информации команды Бивола, причиной неудавшейся попытки организовать долгожданный супербой стал бюджет. Он не устроил обе стороны.